Приехали через Стариусскую Своротку в Кежемский. Вроде как в Кежемский залив. Дорога не очень. Но даже Камри в 40-м кузове проскреблась. И вот там уже куча народу. Что-то не видать. Ну ладно, мы туда пойдем. Там вот зимовье стоят. Зимовье и баня вроде как. Вот еще 5 машинок. Нивы, УАЗики, джипы. На той стороне машинка. Народ. Ой, под тем берегом сидят. Вот с того залива мы приехали. Там где 2 зимовья справа, вон одно зимовье слева за складом леса. Вот даже одна нива через залив переехала. Это залив Кежма-Кежемская. Там народу человек 15 осталось. По той стороне десятка два народу. И вот туда залив Тарио. Народ уже расходится. Народа не клюет. Улов. Штук 100. 20. Может 130.